Рубил обратно запись. Привет тем, кто этого записи смотрит. Вода наркоманы. Твич не пашет. Ну и хрен с ним, он там везде. Кажется, там сегодня весь день в конфе писали, что с ним проблемы с рестримом на него. Что не пашет, то ладно. Смотрите, ГГ. Ну, вроде сейчас все норм. Но это косяк был в том, что пришлось ставить оконный захват. Оконный захват, а у меня аэро работает. А StarCraft слегка не оптимизирован. И получилось жопа. Она бывает иногда шляпа с ОБС, ну, довольно редко. Но иногда он, у него игровой захват падает. Сам по себе. То есть он просто ничего не захватывает. И одно окно, и одну игру, пока не перезапустишь. Причем ты должен перезапустить и ОБС, и ту игру, на которой он повис. Там, то есть, там какая-то хрень, то есть просто перезапуск ОБС не помогал, нужно и ОБС, и StarCraft перезапускать. А тут этот ГМАЛ, по-моему, зерга. Ну да, и 3 задра там 1100 игр. Там L2. Как всегда, слегка долгий поиск. Ну, надо не привыкать, да, чатик? Вам же не грустно. Блин, а так понимаю, единственный ГМЛ, кроме меня, сейчас играет на турнире, да? Эй, они доиграли, а как он проиграл? А, господи, серьезно, это ж стопудово он. Вот, серьезно, он доиграл турнир, включил поиск и сразу нашел меня, потому что больше никого нет. Вот после игры проверить. Что-то мне кажется, что именно так дело и обстоит. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Дрончик. Так, где ты? Без газа это деньги на ветер. А то он не собирается делать. 3, 4, 5, 6, 7. 16.
Немного халял. База атакована. Опять гуф? Где гуф? База атакована. Второй монитор стрим включу. Ой, правда гуф. От меня поток идет. База атакована. Так, а есть кто-то сейчас премиум смотрит? У вас падал? Борис, не будь ты премиум смотришь. Эти стрим падал? Или все нормально работало? Господи, опять. Спадал. Я спрашиваю. Ну, он-то не с премиумом. Как бы я спрашиваю людей с премиумом. Да свершится правосудие. Века получится. Мы согласны. Усиление псионной сети. Блин, ну почему я тут не проверил? О, балансные юниты пришли. Я вернулся.
куда идешь? Нормально к ним. База атакована. Ну и хрен с тобой, цветочек маленький. Да, вот только косяк в том, что ты их хрен догонишь. Возрождение былой славы. Жду приказа. Мы начнем. Господи, какой тупой юнит. Что ты предложишь? Возрождение минералов. Ваши войска вступили в бой. Говори, Эти. Месторождение минералов. Вечное. Что так нарно ломлюсь? Аркамания. Твою медь мута. Thank you.
Не объясню, зачем мы Дарковани, в принципе, делаем. Я здесь, среди теней. Да свершится правосудие. Да, вершите. Мы вернем. Месторождение минералов истощено. Нас ждет сложный бой. Нас ждет слава! Разработка завершена! Да будет так! Асан Эдемблан! Мы... Вообще, учитывая, что у него там спорок нет, а дарки бы все-таки пригодились. Садница своей мутой. Господи, ты проиграл, воткнув мне прокси-хату, с которой я был обязан выигрывать. Ну да, это тот парень с турнира. Как он ему слить-то умудрился? Тем более МЛ2. Или у него, в принципе, горит Атас? Стоп. Он 12-й пол играл? Потому его дарками, видно, подунижали. Судя по тому, что 4000 еще спорок не было. Ну да. А, ну он там в конфе еще пишет, что жалобы на лаги ни одного у меня. Ну, короче, у него есть какие-то проблемы. Но при этом он мне на вот говорит, что на премиуме все норм. А как бы, если на премиуме все норм, то все хорошо. Какая разница прем не прем? Большая. И стой. Мне по карте чернуть.
Почему-то, видно, из-за того, что я перезаходил в игру, выбор карт сбросился. Хорошо, хоть заметил. Ой, как хорошо-то. Сейчас, детишки, я вам покажу, как нужно фотонить на Геттисберге, правильно? А не так, как это делал Зест, либо Пейшенс. Много игралось, когда до элитки. Подумаешь, я помню. Я помню, сколько ДМЛ играл. 5 дней. Серебра. Блин, надо может рампу закрыть. Просто не, ну, этот проход. В обход ехать слишком долго. Ну, просто на его месте, зная, что противник всегда фотонит. Я бы сейчас пробку взял бы, просто проход перекрыл. Ну, вероятно, у него какие-то свои планы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Вообще у него все рабы на месте. Это не прокси, он просто ФК. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. У него все рабы на месте. Либо он поехал прокси, одного раба убил. Все равно хрень. Нет, чисто теоретически это, конечно, может быть что-то типа фейка. Я встречал подобную хинею. Когда ты такой клёвый, как бы фетишь, что ты АФК, а сам в это время там прокси все дела. О, не думаю. Скорее, просто АФК. Ну, на крайняк у меня фотонка тут, все норм. Вот примерно вот так вот должна была выглядеть игра за стану про лиги. Сначала ты заходишь в копинку к... С кем он играл? Ой, господи. Господи, с кем он играл? Я забыл. Ну вы поняли, короче. Заходишь к нему в кабинку, аккуратно по темечку, а потом будешь фотонишь. Это лучший вариант за фотона. А хрен ли он нажал готовность и в ФК свалил? Я вот не понял. Как так вышло? Чё? Лай заходит. Лай, это хрень ли ты тут делаешь? Там сейчас чё, какой-то турнир? Чё бы я забыл на Америке? Ну, начнём с того, что он забыл у меня в друзья. А, не в друзьях, это основной аккаунт, да. Тут понятно, чё он забыл. А вот хрен ли он на Америке сейчас делает? Там вроде нету ничего. Хотя он какой-то гантлет. Он на него вроде играет часто. А, да, наверное, это эту бодягу играть будет. Да ладно. Зато мы выиграли палку. Круто же, да? У нас теперь есть клевая палка. Кстати, тот зерк нашел кого-нибудь? За него, кстати, много дали мне. Он кого-то нашел. Парня с 3 сотнями АПМа.
Фига себе. Какой сервер? Марсианский. Там, говорят, черешня хорошая. Она помогает. Стоп, какая черешня? Смородина. Нет, стоп. Что там для глаз помогает? Ну, черника, господи. Тиранов отдать. Тиранов, Атони, Тиран. Блин, может на Европу пере... Хотя... Мне влом на Европе сейчас играть. Мне в целом и на Америке влом, но на Америке не так сильно влом. Нужно построить больше пилонов. Не хватает минералов. Газ до барака. Спасибо, Вали-Вали. Вали-Вали, ув... Ладно, давайте без попыток с тихоплёстом. Минералы, чтобы еще вот тут воткнуть. Запилят. Лол. Как я подбочил-то хорошо. Скиллуха же. На самом деле не особо тут нужна. Второй Марик. А, тут косяк в том, что мне пилоны могут выключиться все. Я не уверен, что этот простреливается. Так, вот, да, если он не простреливается, один хрен. Лучше воткнуть этот. Окей. Кибернатку успеть. Так, все-таки мне пилон-то нужен. А, я достроил. Так, а чё тут туда сейчас пойдет? Пристройка есть? Ли? Или он и мины? Какая хиня может пойти? Мины. Мина там через это не пройдет тупо. Да не надо, она не пролезет. Мы едим. Я здесь,
среди теней. Хорошо. База атакована. Блин. Псионное. Усиление псионных сети. Все-таки пролезла. Финала оттуда. Среди теней. Усиление псионной сети. Запускаем. Направляем. На наши зомби напали. Разработка завершена. Мы обретем славу на поле боя. Мои навыки. Мы обретем славу на поле боя. Тика в задницу. Финала. Мы ждем. Зомби напали. Я не буду служить тебе. Что ты? Я здесь, среди теней. Пусто. Я. А ну да, Гастабарака я видел. Ну, блин, проблема. Я думал о том, что он может, конечно, просто тупо. Типа пехоты мина мимо. Ну. Надо было в этот момент проконтролить и просто банально профокусить. Так. Давай корейский или Европу. На Корее пинг, а на Европе просто не хочется. У меня на Европе ММР слишком высокий, дают про геймеров, а мне их фотонить как-то не особо. Ну, то есть там, как бы я в потолок уперся, там где-то 5500, 5600, 5700 он у меня прыгает. И, ну, как бы фотонить про геймеров, то еще удовольствие, учитывая, что ты, в общем-то, на том уровне один фотонишь и к тебе готовится. А на Америке просто уровень в целом пониже, то есть... Тут как-то это. Американский прогеймер это такое. Майор Киллар с тобой не согласны. Но окей, трое, и все. На Европе просто сильно больше парней примерно того же уровня. И как бы просто. Ну, еще косяк в том, что когда ты сидишь в топе ГМЛ, тебе дают просто реально одних и тех же. И когда ты по несколько подряд играешь с одним и тем же, то есть помните, там нам тогда Коу попался. И вот мы сидим такие с ним, двое клёвых там. И как бы тупо играем друг с другом, потому что больше никого нет. Вот мы игры 10 сыграли. То есть это такое. Заборно. Так у меня и так забор на Европе, так как бы не мешает тебе палить вообще никак. Просто как бы косяк в том, что даже под забором ты можешь, окей, ладно, одну игру в день ты зафотонишь с этим человеком, потом то, а потом, окей, тебе сразу следующая игра опять с ним. И ладно, если другая карта, на которой можно по-другому фотонить. А когда, например, карта типа Кингси Джонга, да, на котором ровно один вариант зафотона. Иколос?
Хикол? А, Хиколос? Может, я хотел писать Николас? Спасибо. Хиколос. А чё она ещё не прочитала? Так а чё мне? Одно дело, когда... Как бы карта... Ну, когда разные карты ещё дают, да? То есть там... То есть, если карта идет ротация, то можно несколько раз подряд одного и того же фотонить, не проблема, как бы уже фотонили. А вот когда тебе 5 раз подряд на одной и той же карте, она не только один раз зафотонила, получается крайне убого. Ну просто потому, что нужно быть капитально деревянным, чтобы не запомнить, откуда тебя фотонят. Там, когда карта с двумя вариантами, еще ладно, да, то есть там... На даске, например, можно сбоку, можно за минералами, можно от рампы, то есть как бы есть вариации, да. В Кинси Джонге ровно одна, потому что от рампы слишком далеко. Нужно построить больше пилонов. На Frozen Temple как бы тоже, по сути, только одна вот у рампы и все. За минералами только если тебе помогают. Ну, опять же, примерно вот так вот это должно все выглядеть. На наши зомби напали. Конечно, еще бы подблочить его. А. Ой, я там пробку отдал. В целом, насрать, наверное. Так, вот сейчас я буду ничем не лучше Зеста. Ладно, я как Зест. Все, забили. Я Зест. Ай, 50. Так у него там кибернетки не было, все нормально. Дратути! Иди в задницу! Устроившись, фокусит. Ай. База атакована. Блин, а у него же пробка сейчас наружу была. Чё, рекол будет? Мана-то у него есть, но рекола еще нет. Я здесь.
среди теней. А. Наркомания. Кибернетики нет. Только один надо, вроде двух хотел варпить. Забавно, конечно, получилось. Компания Nova, ну, два пака, которые были, да. Оно, если что, оно это... Но вот аниме, то мало же заказывает себе ачивки выполнять. Давайте что-нибудь повеселее ставлю. Чем есть веселого? Чем есть веселого? Ну как веселая? Она не то что веселая. Текст у нее довольно тленненький. Зато мелодия веселая. Offspring. То у них веселого, то нет ничего. Сколько там до топ-50? Сколько вообще ММР сейчас? 600?
У меня на втором аккаунте 5680, по-моему. Но я на нем 3 недели не играл, не в ГМЛ. Топ, когда выложишь стрим, какой? Какой стрим я на топ не выложил? О, вроде выложил. Выложено. Плетясь, плетясь. Этот, ну, как он закончится, тогда и заливать поставлю. Там уж кое-он обработается. Не хватает минералов. Европа будет? Ну, мне сильно не хочется. Ну, блин, я уже объяснял. Как бы фотонить на Европе, то еще удовольствие. Ну, то есть, когда аккаунт качать, это одно дело, а когда фотонить в ГМЛ, это другое. Слишком напряжно. Как бы Европа будет, если кто-то прокачку закажет. А так... Так, чё, он вообще без розетки? О, правильно. Заезжай. Ну, на рекорд не тянет, конечно, по продолжительности. Но норм. Блин. Разница 500 ММР. Отбитие за фотона настройка на рампе помогает или мешает? От карты зависит. От того, как тебя фотонить будут. Она при зафотоне нюансов-то до жопы. Зафотон через перекрытие прохода? Зафотон через перекрытие прохода на Frozen Temple это гуф. Нельзя так фотонить. Тогда Геттисберг. Геттисберге ты, по-моему, в принципе рампу не закроешь. Какое перекрытие прохода? Там нельзя пилон построить. Там этот газ мешает. Ой, господи, слизь мешает. Ловите наркомана. На Геттисберге проблема
блока рампы картоделом была решена кардинально. Там просто слизь. Не хватает минералов. Да, сану, возможно, потанет. Она мне вычеркнута. Спасибо, Бриз. Почти 5 малюзенек, которые я покупаю. Вообще у меня вычеркнут Дасан, Фрост и Cloud Kingdom, который какой-то там протокол или что там. То, что вычеркнуто, на том фотонить неудобно. Того парня мы уже явно фотонили. На наши зомби напали. Ты! И насрать, честно говоря. Отменить надо было. Шторку не отдал. А у меня даже пула нету. То есть он типа алыново отбивался. Если не отбился, то все. А, не, стоп, пул есть. Ну что, вот тут прям что ли? Похоже на то. Хата умрет. Ну, 5 санок это, конечно. Да они на перекопке будут умереть на 4 фотонках. Ага, стреляй. Хата сейчас тоже умрет. Минус 5 санок, минус хата. Ну у него там рабов не осталось. 10% комиссии. Интересно, это про что? Про ГГ? Ну там 10% не везде. Там карточки где-то 15. Там, по-моему, только Яндекс без комиссии идет. Ну и когда со своего счета. Ну, хату, ой, хату пул заказал, видно, там ровно за этими, за минералами, между газами. То, что его даже не видел. Интересно, с кем там сейчас играет? В плане, кого ему до меня давали? А, ты только пришел? Или это час поиск шел? Или это, блин... А, с этим я играл, кстати. Ну да, короче, людей в игре не особо. Из этой хрени выйти. 28 минут. После перекрытия прохода? Нет. Ну нахрена тебе проход перекрывать, когда снизу надо фотонить? Газы застраивать, чтобы их не было. В
Практически, как бы, если у вас хотя бы один газ есть, то все, что нужно, это просто Нидус. Нидус неуязвимый. Как бы, а армии там много не будет. Как бы, кровагером контри нет. Воздух, если что, квинами контрится. То есть оно к быстрому Нидусу можно сделать на армию одного Вайдрея. А у вас будет две квины. Все, привет. Даже если будет два Вайдрея, то квины их все равно убьют. Нужно попробовать сделать одного Иммортала, но Иммортал Равагеров не контрят. Ну, плюс квины, опять же. Против Тоса. Так, я тебе и говорю против Тоса. Там как раз таки та же проблема, что как бы, если до туда дотягивается слизь, значит оттуда дотягивается Вижн. А более подробно объяснить вообще не хочу. Блин, чувак, ты специально это пишешь? Я тебе уже объяснил. Как бы, мне тебе что, разжевывать? Если ты фотонишь, то как бы ты должен сам думать. Вводный я тебе дал, который необходимо, чтобы понять, что это хреновая идея. Если ты сам додуматься не можешь, то... Блин. Господи, смотри, как другие фотонят, а тупо повторяй, потому что креатив не для тебя. Да? У тебя ошибка, сейчас на стриме должен быть европейский ладдер. С какого перепуга, если это Америка? Блин, я объяснял, почему я не хочу фотонить на Европе. Вы, конечно, можете меня попробовать смотивировать. Но, как показывает опыт, мотивировать никто не будет. Ты про озеро начинаешь говорить? Я тебе про Тосов то же самое сказал. Как бы, все, что тебе нужно знать, это то, что если до туда дотягивается слизь, значит до туда дотягивается и вижен зданий главных. Все. Отсюда довольно легко делается вывод, почему оттуда фотонить нельзя. Нужно построить больше пилонов. Застройка слегка бога получается. Фаршу надо было тут втыкать. Хотя, скорее всего, не дойдет до того, что мне эта застройка чем-то помешает. А не игра раньше закончится. Вот газобарака. Ну, как бы... Слегка не очень. Плюс мы его уже фотонили. Ник помню. Ну, там несложно не помнить ники отлично от баркодов, учитывая, что на ладере 10 человек, с которыми ты играешь нон-стоп. На наши зомби напали. Ну а там просто фосфакта. Ну и два марика-то слегка забейте. Да, тут ничего не достроится. Ну, с фосфакта я не успею старгейт сделать. Ну, я попробую, конечно. Вообще не успею. А там уже... Ну, возможно, это, конечно, машинка.
Блин, может у морталов попробовать? Да, давайте попробуем. Ну, если там не, нету, не будет старпорта, то может что и получится. И, конечно, воевать с машинкой это тоже то еще удовольствие. Она не жалко. Да, это, конечно, много на контроле. Мина? Глюки? Да, вот теперь как бы Immortal становится полностью бесполезными, просто потому что... Они не контрят танки! Блин, а мне все еще саблой лок. Перворожденные выстоят!
Способность. Калибр. Служение наполняет нас гордостью. Месторождение минералов освещено. Борзала. Что ты? Где основная призма? А, так тут. Ой, ему Зеркор отдал. Ладно, забейте, хрень я прострадал. Ну, я расслабился слишком рано. Чтоб микрил. Да, ну вообще тупая идея, роботик сделать в такой ситуации. Реально тупая, ну... Просто танки и контрить нечем. Мне, кстати, интересно, чем Blizzard предлагает контрить танки, если у них реально урон будет, сколько там, 70? В бронированном. То есть сейчас танки не контрят с имморталами. Там, если вы на ровной стоимости травите разложенные танки и имморталов, имморталы проиграют. А после бафа по урону будет тупо совсем невыгодно делать имморталов против танков. При этом как бы Зилтова развалился вот от хелбатов каких-нибудь. Либо мин. Адепта тоже как бы от мин. И реально останется только строить темпестов их вечным штормом. А, это тот, которого мы уже фотонили, да? С который с турнира-то ливнул. Да твою медь! Забейте. Я в винтах запутался. Я не ту пробку выбрал, когда нужно было пилон сверху втыкать, а потом мышка еще промахнулась. Получилась жопа. Батон не контрит мех. Их мин убивает. И либераторы. Лизей предлагает контрит слонов баншами. Ну... Блин, а где они такую траву берут? Оптимизатор, нейтральная линия. Господи, чтобы этот хренов. А почему дестабилизатор дизраптор нужен? Чтобы он что-то убил, нужно, чтобы противник заснул. Он реально, ну, кого он только квин, наверное, убивает, потому что немедленный. Все остальные от него могут уйти от выстрела. Как Карася прошла без фотон? Без понятия. Я не знаю ни одной расы, у которой две S. Господи, люди, ну запомните, раса одна S. Одна, Карл, это опять он?
Так давайте без таких вот тупых файлов. Когда попутанные бинды, блин, из-за этого не перезаказался пилон. Так, и он знает, что мы фотоним. Чем изначально знает. Так что, наверное, я не буду пытаться ему два газа запиливать, а сразу от рампы начну. А я раба не заказал, да? Или третий рак. В школе вчера? Нет, сегодня. Вчера воскресенье, вчера выходной. И чё? Кажется, что вот она как бы рядом уже. Фигня. Ай ты, сука. Наш пилон атакован. Пилончик. Тут Равагер сейчас припрется.
Нет смысла вкладываться. Да свершится правосудие. Наш пилон атакован. Не хватает минералов. Не хватает минералов. А он до сих пор сверху? Не хватает. Не хватает. Сионная сеть установлена. Загружает приказ. У нас два лагеря, хорошо. Ты задрал? А, он у него с мулом, блин. Нужно пока правый достроится. Еще минус травою. Хорошо. Телеиллюзии. Даже лейра нет. База атакована. Приступаю к аннигиляции. Полная боевая готовность. Отменять кто будет? Призматическое ядро активировано. На наши зомби напали. Месторождение минералов. Направляю свет Айура. Тихо. Кучка лагеров. Я оружие место.
нему полетели. Куда ты? Хотел выиграть, что ли? Так, ждем турнир. Нам нужна еще одна палка. Убил, дернул, что шторм летит рапторы. Очевидно, что шторм. Что шторм ты хоть какой-то урон несешь, а. Ну, окей, если ты где-то в низких левых, то тогда можно и из рапторов. А вообще. Как бы терн не должен давать тебе ничего вообще взрывать. Потому что пехота по стимпакам просто убегает. То есть она либо убегает спокойно от тебя, потому что ты кидаешь взрыв с предела рейнджа, либо если у тебя. Ну, то есть, чтобы взорвать пехоту, у тебя дизраптор должен начать кастовать обилку, практически встая в ней. Иначе она убежит, потому что она быстрее шарика двигается. А как бы если у тебя дизраптор в толпе пехоты, то проще его просто убить. А если не в толпе пехоты, то как бы два шага назад, все. Как вообще фотонки можно на равнике Майоли? Берешь и играешь. Как и любым чизом. Или ты типа намекаешь на то, что мне должно быть стыдно? Мне очень стыдно. Прям. Прям кошмары мучают. Почему американский ладдер? То, что мне в лом играть на европейском. Американский попроще. Я уже говорил, мне фотонить сейчас не особо интересно, потому что вот в фотоне слишком напряжено. Как бы привет неизвимые нидусы, привет дропающиеся танки. Только вот в ПВП нормально фотонить. Но косяк в том, что учитывая, что я в ГМЛ, набор противников довольно ограниченный, потому что в Лотве стало еще меньше людей, чем было в Хотсе. И как бы каким бы раком противник не был, но он все-таки ГМЛ, и на второй-третий раз все-таки поймет, что нужно делать, чтобы отбиться. А фотонки это все-таки, как бы, если ты их изначально ждешь, то довольно проблемно не отбиться. В общем, как и любой другой чист, то есть если ты четко знаешь, что тебя каким-то образом чизит, то отбиться легко. Стандартными тактиками. Стандартными тактиками у меня 5300 ММР на Европе. Но у меня вообще никакой ПВП, я не знаю. Ну, то есть. То, что сейчас играют люди стандартно, мне вообще не подходит по стилю, пытаясь что-то свое придумать. Пока что не очень получается. То есть у меня типа ПВП 40%, а ПВЗ ПВТ по 60% на рейд. Давай, чувак. Но зато Алмаз играет в ГМЛ турнире. Он должен гордиться. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Ой. Чем Эрли Пойнт поменял? Хорошего стрима. Спасибо, конечно, но чтобы стрим стал хорошим, у вас тоже какие-то действия нужны. Вы же догадываетесь, какие? Я вам намекнул, у меня в морозилке ни одного мороженого. Вчера последнее съел. Или сегодня. Не, вчера. Вчера вечером.
Сегодня я зефирками питаюсь. Мороженое мне, зато и зефирки. Это что, две хаты до пол, что ли? Добрый вечер, блин. Сущие макроплееры. Ты что творишь? То есть ты выкатился для того, чтобы отменить мне одну фотонку? Окей. Блин, а чё я хочу от алмаза, господи. Это ж не ГМЛ. Чё к парню привязался, играет как может. Его ж явно не фотонили никогда нормально. Макрохат. Макрохат, это сурово. У него начал появляться газ. Давай вот так вот. Сейчас, наверное, попробую адаптер сделаю. Глядишь, он разъедет что-нибудь. Так, и там сейчас может быть передропчик. Валюшина не видел, он мог его заказать после газа. Слава Галаама! Так, предлагаю сделать сейфовые фотонки. Сионность Кинала Атум. Нас ждет слава. На Джакармена. Нас ждут в бою. Кай. Вперед! Тогда планы меняются. Он ж явно не будет макро играть, он будет меня пробивать. Усиление псионной сети. А! Ко мне дроп полетел. Сущий дефенс. Ну или он просто вниз передропывает. Поди угадай, то сейчас ко мне залетать будут. Или не будут.
Я направляю свет Айо. Что-то пошло не так у него. Блин, что, не успеют? Не-не-не-не-не. Да ливни тоже. Будь по-твоему. Я не хочу. Фаза пустота. Холодно. Что с ним делать тогда? У тебя же экономики нет. Мы едины. Базовые кристаллы заряжены. Давно на стриме ее столько людей, а больше никто не стримит просто. Она без рыбы, как говорится. И кобра стример. Нет, и школьник стример, так лучше. Ну и кто не готов из них? Ну и ладно, пошли ладер. Сколько тебе лет? 13. Я маленький лебёнок. Любящий малёзинее. И селебативающий стримами семейня малёзинее. Во. Под меня засыпать в 8 вечера. Рита наркоман. Опять это. А на людей нет, одни и те же, блин, попадаются. Что делать, непонятно. Ну там газ до барака, а за газом до барака потонить, то еще удовольствие. Это слишком быстро мафинки будут. Можно сейчас попробовать опять в темпостов, а не в тупых порталов.
Обычно, ну, там по таймингу слишком беда. С имморталом я типа выигрываю сколько-то времени, потом один хрен жопа начинается. А в темпусе я просто не успеваю. Сейчас, наверное, попробуем альтернативно забавный вариант. А вот раз хотя не каждого рака. Но я сейчас тупо получу снизу. То есть это такое-то фейковое. Наш пилон атакован. Чтобы рабы покатались. Там уже факта заказана, да? База атакована. Я в целом по таймингам вроде более-менее. Опять же, при условии, что это машинки, а не танки. Он уж пока даже не знает, что я снизу его заблочил. Так, кстати, это реально странно. ЦСЭТ... А, вот ЦСЭТ пошло. Ну, либо знает. Вот если знает, это реально странно. Как бы вниз он не спускался, разведку не делал. То есть, а блоки не знает, но почему-то... Почему-то ЦС сверху. Вот сейчас узнал о блоке. О, какое-то это такое. Слава Делама! На Джакармена! Наши мысли. Машинка, отлично. Мотор-кор сюда тогда летит. Старпорта все еще не видно почему-то. Я здесь, среди теней. Только-только сейчас старпорт? Первый танк. Все мы. Направляем. Норм. Золотая армада.
Чень? Оракул Лиры, слышно? То, что одни старгейты, мне надо в первую очередь сделать 4 тампостов как можно быстрее. А по деньгам там нет, нельзя сделать сначала оракул, а потом тампостов, потому что как бы достраивается старгейт, у тебя 200 газа, ты делаешь маяк флотилии, он достраивается, пошли тампосты. За счет того, что у тебя чуть больше инком по газу, в какой-то момент можно заказать грейд на атаку. А только после 4 тампостов уже можно заказывать оракул, потому что как бы важнее 4 темпоста с плюс 1. Как бы хрен с ним, что вижена не будет. Можно его и как я вот этими шейдами делать. Но просто 4 темпоста, либо 2 темпоста с плюс 1. Ну, короче, в чем смысл? С плюс 1 нужно 4 выстрела, чтобы бить викинга. Либо машинку. Либо мидивак, по-моему, тоже. Соответственно, как бы 2-4 темпоста. Ну, 2/4. Плюс 1 желательно иметь. Как мы хотим сейчас отбиться? То, господи, не дать снизу себя зафатонить. Слишком пассивная игра, слишком поздняя и этот... Старгейт. Старпорт. Слишком поздно. Какая-то быстрая инженерка, туретки. Опять же, как бы первая машинка — это фейл. Должен делаться первый танк. Либераторы можно было сделать, ко мне отправить. Так, чё тут? Тут один не готов. Нет, это снизу зафотонить, рабов вниз отправить и все. Он же точно знал, что я фотоня, он точно знал, что я блочу снизу, выхожу в темпостов. Ну, либо в рыбы в прошлой игре. Скоро я уже много раз с ним играл. Контрдроп. Ну, я же это контролировал, я слишком поздний старпорт. Обычно, ну, как бы, начнем с того, что если ты никакого урона за фотоном не нанес, то вот это то, что я играю, это не работает. Оно работает, когда тиран так вот перестраховался там и неправильные вещи делал. Но обычно, то есть, если как бы подфотонил, нанес урон, потом блок снизу, то как получится, что я делаю? Во-первых, от дропа его ты отбиваешься двумя сталкерами и правильно расположенными пилонами с фотонками. То есть просто я бы не делал вот этот вот Nexus, который я сейчас сделал, а сделал бы просто дома, как бы плюс пилона, плюс фото. О, тут все готово. Эй, отменись! Так, ладно, надеюсь, что там тос, я за 6 минут успею. Если зеркало сразу, наверное, наливаем, да. Ну просто за 6 минут я не успею, он не ливнет. Как бы после зафотона зерги не ливают, а нам там турнир играть. Так, а это у нас алмазный, по-моему, парень, да? Да, алмаз один. Так у него игр мало.
А, не, нормально. Ну, его мало он был. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Нужно построить больше пилонов. Не хватает минералов. Блин. И сюда. Куда это ты? А, небось, по мастерству посмотрел, что я фотончик. Давай. Рассказывай, как ты будешь отбиваться. Давайте его согрим. Давай, рабов. Я слегка поторопился с пилонами, с фотонками. Блин, вот хотел же разогреть. Можно было, в принципе, постараться, хотя, скорее всего, не смог, потому что пинг на Америке слишком высокий до этого. Но вообще можно не дать фотонке стрелять, начать. Дать ей команду атаковать свои пилоны, тогда норм получится. Но... что поделаешь. База атакована. Глянем, что там. Наши зомби напали. Ничего оригинального. Ну, равагеры на такой старовой карте на самом деле не очень. Проблема с равагерами в том, что они типа к тебе приходят в лоб и убивают. Потому что у тебя к ним контри нету никакой. Но... тут слегка долго идти. Хотя, может, он сейчас лэйр закажет. Надо бы разведать будет. Сейчас посмотрим, то есть, как бы. А можно даже сейчас ехать. И доехали. Блин, он реально может... и дошныкать. Угу. Вообще, как бы варп я не успеваю, но... чертов абузер неизвимых нидосов.
Я голос затмения. Ради возмездия. Я здесь, среди теней. Хрень, он загрузился. Хорошо. Мы едины. Финала Атума. Спорка-то зачем? Вообще, сталкеры так себе контра. Ну, они не контра, а кровагером. Как бы на безрыбье. Плюс фотонки помогают. Блин, а сворки я зачем-то надел? Успокойся тоже. Мы его убедили уйти отсюда. Блин, сталкеров-то забрать, это убивать не хочется. Да я вообще, наверное, просто брал и... С масс-адептиками. И с дарками. Совершенно не видел. Учение завершит. Перворожденные выстоят. Пустота. Мои навыки. Месторождение минералов. Улучшение завершено. Да, вершите. Наши мысли. Месторождение минералов. Окей. Скажи привет даркам. Я выхожу из тени. Чё, лайверов нет? А, вот они лайверы. Датал? Дарки и так неплохо нарезают.
Антонио! Че, Фривин, небось, был? Да нет. На Фросте за 5.5 минут? Масрепер, что ли? Да нет. Сэдсэ до барака. Чем он за 5 минут убил его? А, там Блэкбасс был. Он не убил, он просто отбился. Ой, стой, туплю. Он же зерк. Он просто за Блэкбастил. Тиран перелетает, но смотря когда он перелетает. Ну как бы. На какой карте? Надо ж по-разному летать. Можно. Или где-то ближе, где-то дальше. Это что за фигня? Че вообще нарисовано? Циклинок. Автоматик. Погодь. Нет, стоп, что это за хрень? Там какой-то чел, который держит в руках автомат и псиклинок. Че, наркоман? Нужно построить больше пилонов. Блин, я рлипы забыл. Хата назад. Блин, ты сорвался-то. Пинак. А я что-то думал, тут достреливаю? Да личинок достреливаю. Лёд кому тут нафига? Не советую вот это вот повторять. На наши зомби напали. Отменит? Или он... А, он хочет через плётку отбиться.
Ну, слегка недоконтроливает. Я здесь, среди теней. Требуется больше Виспена. База атакована. Мы едины с тенью. Что? Не хватает минералов. Я голос. Я здесь, среди теней. Не хватает минералов. База атакована. Мои навыки пригодятся тебе. Я... Разработка завершена. Мы я здесь, среди теней. Будь и... Перворожденные выстоят! Там нет ни хрена. Чума эволюшена тоже. Чисто на всякий случай. Пустота холодна. Мы крадущий Маин. Мы. Что он? Врачей перестроил. Врачи-то стал прямиком драться. Ура, вагер были нужны. Какой у него план? Господи, что он делает? Это же не турнир, это же ладер, тут кто-то нормальный должен быть. Пустота. Улучшение завершено. Месторождение минералов истощено. Давайте дарки нарезайте. Ха, 5200. Да не было у него другой базы. Откуда? Я же все контролил. Я же видел, что, ну, то есть, на старте никто у него не уезжал. Санку он достроил, с которой мог выйти трон, пойти хату строить. Ближние нычки я проверял. Адептом я видел, что нету этого эволюшена. Соответственно, передропать он не мог.
Слегка неоткуда было хоть взяться. Равагерем закнутрил. Ну, как бы равагерами ты особо не законтришь. Ну, то есть как, с ними сталкерами воевать можно. А чё мне счётчик показать, что у меня сейчас на ГГ 4 зрителя? Остальные это все боты? Кто не бот? Поставь пику. А? Господа, не боты. Есть такие? Вообще счётчик сломался, короче. Ждем этого наркомана. Ой, сколько пек. Как хорошо, когда на стриме 4 человека, и они не боты, да? Пиши, здесь чего в стриме? Ну, то есть там счетчики у всех гуфнулись, да? А, ну да, там. И в конфе тоже жалобы пошли. Тан-та-дан-тан-та-дан. А, все, починилось. Видно, там счетчик падал. Не хватает минералов. Не хватает минералов. Так, ну он нужен, значит, я фотоним. С другой стороны, он алмаз. И даже был бы ГМЛ, мне бы это все равно не остановило. Просто вопрос, как он будет реагировать? Чё? Во-первых, я через зеленогу поеду, потому что он может реально пойти сразу золото ставить. Окей. Топа 12-й пул. Развелась читерков-то? Вот так чисто поржать. Ай, блин, еще две собаки. Ой! Вот и поржали. Да насрать, честно говоря. По-моему, ни одной не потерял. Да. И что, 12-й пул будет катать против меня, блин. Палка! Гляньте, какая, блин, палка есть. Вторая за сегодня. А у вас нет такой палки. Красивые же. Так, сейчас, наверное, пойдем в чужом аккаунте поиграем. Где? Как там?
1 ММР. Ну, как бы, ну, вы поняли. Так, переходим на другой аккаунт. Блин, время уже 9, я есть хочу. Где палка? У меня палка. Палки не было видно? Да было видно. В смысле, картинка пропала. Вы гоните. А что значит палки не было? Я на эту сцену StarCraft забыл добавить. У нас в начале стрима проблемы были с захватами. Пришлось все пересоздавать в итоге, параллельно играя. И я забыл на эту сцену StarCraft добавить. Я вам хотел просто без оверлайв показать, как бы. Да, ну, палка была настолько хороша, что ваши мониторы просто не выдержали. Они не смогли ее показать. И все. Давайте напишем просто европейский ладер. Ну, как бы, прокачка аккаунтов Gmail — это так себе прокачка. Ладер, она реально ничем не отличается. Так, сейчас, секунду. Опять 4 чела. Палка была настолько хороша, что интернет отключила людей. Ой, Тарантиус. Ах, хотя Гетисберг. А чего у этого аккаунта палки нет? Или я ее не делал? Не хватает минералов. Нужно построить больше пилонов. Да. Та-дам. Та-дам. Да. Господи, он пошел смотреть от игры Zesta против забыл кого. Чтобы понять, как отбиваться или что? У меня, кстати, не видит. Пилон снизу. У меня пилон далеко. Сейчас, наверное, надо будет пилон ему воткнуть, чтобы он не мог заблочиться сверху. Сейчас пойдет второй гейт, он выйдет за стройкой снизу, воткнет сразу пилон, скорее всего. Или он меня видел? Ну-ка, дайте я репку гляну. То есть он такой увидел пилон, такой, пойду-ка я чекнул. Че это вообще за хрень такая? А, кобра фатонит. Ну ладно, тогда как бы что отбиваться.
Вообще тут вижу, не должно было быть. А, или было. Да не было. Да не было. Ну, может, он понял просто. Ну, или ему куда-то идти надо. Ну, вот это уже как бы рекорд. Наверное. Как бы пилон еще достроился, не успел, мы уже выиграли. По-моему, норм. Узнал про мою палку. Да моя палка 49. А, вы про ту палку? Ну да. Красивая. Поставьте пику. Опять он. Блин. Ну а тут фотонить. Тут фотонить неудобно. Тут в целом два варианта. Либо отсюда, либо отсюда. Но при этом карта слегка здоровенная. Какой-то доедешь. Так, а чё отсюда, оттуда? Откуда фотонить-то? Отличный вопрос. Я, блин, еще и поздно поехал. Вот карта убогая. Реально чуть не сразу. Так, ну либо отсюда, либо оттуда, либо отсюда, либо оттуда. Наверное, отсюда. Хорошо, блин, уже наполовину, я только приезжаю. И вообще пилон на клетку выше должен быть. Это реально решает. На наши зомби напали. А я сейчас пробок отдам. Блин. Спасибо, Илья Снаки. Вот, блин, писец. Господи, чуть не свалил. Смотри, рабов не срывает, ему вот эти вот фотонки повыпиливать. Ну и зря ты это сделал. У меня там, если что, вторая снизу. Кто-то задонатил? Задонатил. Айден. 8 игр себе взял. Ну, осталось уже 6. Нахрена продуманных берет, я не знаю, кого. Тут я выше 5600-5700 точно не поднимусь. Ну, вообще никак. Это слегка у меня потолок. А если сейчас еще будут тиранов давать одного за другим, то я еще и до 5500 сольюсь. А из ГМЛ один хрен не выкинут. Денег не на то и держись. Хорошее настроение, здоровье. Ну, за 14 рублей можно пломбир купить в стаканчике. Или плодовые ягоды. Я его, правда, не особо люблю. То есть я люблю фруктовые, но вот плодовые ягоды, вот, которые дешевые, оно... Ну, блин, оно сильно на любителя. Нужно
построить больше пилон. Блин, я есть хочу. Чем сильно. Я сейчас в том состоянии, когда уже, знаете, это такая легкая слабость тела от того, что ты жрать хочешь. Видно, 3 яйца на обед это было мало. О, блин. Я вчера последний борщ доел. Здравствуйте! Ой! Ну, вот это как бы автолуз, потому что... Ну, автолуз для меня, потому что вы понимаете, да? На наши зомби напали. Блин, ну вы знаете, что он вот так вот реагировать будет? Да чё за хрень, а чё пробка так далеко? Наш пилон атакован. Успел. Ай! Ну, как будто тоже все. База атакована. Ну, там все это дело висит на одном пилоне, который простреливается сверху, а вторая пробка слишком далеко. Нельзя было рабов отдавать. Ну, блин, я все хотел Марика забрать, а там фотонка, зараза, на него агресса не хотела. Тут простреливается. У него два Марика уже. Я не успею. Не, ну я попробую. Чушь. Что, надо заказывать кучу пилонов? Он атакует зачем-то верхний пилон. Но он для того и строился, чтобы он его атаковал. Мне нахрен сюда гид для адепта нужен. Ай! Так, там лаба достраивается на старпорте. Да нужно, нужно. Я чё, я просто не понимаю. Ну, все норм, все норм. Ай, все норм. Уже танк. Попробовать вайдрей сделать. Скорее оракула. А, там уже медивак. Сейчас обейте. Не хватает минералов. По таймингам я не учел. Да не, тут слишком все хрен. Ну, я думаю, что там только танк, а там уже старпорт был. Блин, а рабов не... Там рабов не должен был отдавать, это во-первых. Во-вторых, я должен был первого Марика все-таки убить. Опять тиран. Еще, блин, карта, которая реально надо сразу ехать.
Это то же самое или другое, никто помнит? Как бы в Фотоне два раза подряд одного и того же. Который при этом и так уже срывает всех рабов. У меня весь расчет на то, что... Типа снизу вторая пробка приезжает. Аваката был. Значит тот же. Значит это вкус. Вот сейчас всех рабов сорвет еще и вниз. Можно попробовать пилон снизу ему воткнуть. То есть сразу такой блочище за фотон, но это... Я банально не успею в этих... Темпст. То есть если он вот так вот дико катаясь умудрился успеть сделать этого... Танк... То тут это вообще забить. Ну да, просто сразу срыв куча рабочих. Не хватает минералов. Блин, узнать бы, что он будет так реагировать. Я бы его нормально фотонил. Ибо я бы зафотонил. На наши зомби напали. Ну, тут как бы факта пошла. А у меня сейчас такой кибернетка. Причем это нормальный таймик на самом деле. То есть смотрите, даже если бы у меня сейчас на 20 секунд раньше был бы гейт, это типа нормально. Я делаю кибернетку, он делает факту. То есть как бы близко считать, что это нормально, когда к Т2 к Терану, я в лучшем случае танки, которые... Ой, танки. Сталкеры, которые дохнут на танках. Ну, сейчас попробую, конечно. Темпст. Да прохладно. Там сейчас перелетает. Блин, может воткнуть 23 гита и попробовать дабл вайдов штампануть? Блин, наверное, сейчас так и попробую. Господи, главное не искай меня, сука. Но смысл в том, что там марики с одного барака, их мало. Не хватает минералов. Но если там машинка, ну хотя машинка, может что получится. Что-то танк не видно. Не хватает минералов. Маффинка. Не, ну маффинка это там можно типа поконтролить. Клевый им, конечно. Я здесь, среди теней. Ради возмездия. Мы. Полная боевая готовность. Угу. Будет там мало мариков. Ну блин, он там барак добавил. Это думал, что он как в прошлой игре в танк пойдет. Будет так. А он фас-либератора.
Ну, оно разведки никакой и не сделать, как бы сканов нету. А он, видите, по-другому. Там как бы реактор, второй барак, и привет, куча мариков. А я ни хрена не мог сделать, как бы... Я не тиран, у которого халяный лапхак есть. Приходится вслепую. Вслепую я не угадал. В общем, опять же, знал бы я заранее, что там такая хрень, что там второй барак пошел, я бы в темпстав просто успел бы спокойно. Я одна центре снизу, просто достроить фотонки. Думаю, один сталкер этот либератор отбивается. Ну, было бы изи. Но, к сожалению, в отличие от тиранов, ТОС не может на второй минуте разведать. Не хватает минералов. Гарантированно. Так, поехали. Построить больше пилонов. Это наркоман разве не русский? Мы сейчас узнаем. Хорошая застройка, мне нравится. Я ему сразу рампу буду получить. Эй! Чё-то я чуть не свалился. Возможно, конечно, это я зря. Он только-только моторкор заказывает. Сразу выпалим. У него там что, рабы остались? А, видать, ему немного не хватает. А, даже так. Thank you.
Чат гуфнулся. А мне чат ГГ гуфнулся. Не хватает минералов. Отлично, теперь со мной никто и общаться не будет. Не хватает минералов. Опять он. Говорят, как бы играть в стоповом ММР довольно прохладная затея. Людей реально вообще нет. Когда ты играешь постоянно с одними и тем же... Блин! А хрен ли я как против зерга играю? Писец. С минералами какое-то говно получилось. База атакована. Наш пилон атакован. База атакована. Фаржа? Узнават? Наш пилон атакован. Чатик, ты там все еще мертв? Чатик. Чатик. Чатик, живи. Я на стрим твой сейчас свой включу. Сломали чатик, демоны. А давайте общаться посредством доната. Тираны не фотонятся. Никто не фотонится. Если человек адекватный, никто не фотонится. Не хватает минералов. Да с ГГ? Да колбаси того, чё с ГГ. Или там еще и стрим упал. Да не, стрим-то работает. Там чат гуфнулся. Больше пилонов. Эволюционирует от бездарных фотонов до уровня выше зерства? Нет, я не эволюционировал, это зерст упал. Ты видел, как он пытался фотонить? Он чё, ранипал? Да нет. Там что-то типа где-то наклся. Это отменить надо было. А я слоупок. Что он делает? На нашей зоне.
хрена рабами-то столько кататься? Ой! Ха-ха, сука, слизь. А я просто слегка охренел от его бездарности. Вследствие чего... Малость натопил. Но снизу было фотон квакнуть, который будет, типа, если что, помогать верхней. Не хватает минералов. Причем нужно это было сразу делать. Оу. Да. Ну и ладно. Пошли в наши стандартные макро. Человек самов? Ну блин, ну я натопил с рабами. База атакована. Так, муф у него доделался. Что-то мне не нравится количество народа у него. Ай! Ай-яй-яй! Хрена мне Вайдрей. База атакована. Я направляю свет Аю.
Развиваемся, хрен ли. Не так много рабов потерял, как мог. Полная бой. Всем. Я оружие. А твоего глаза нет. Тебя радует. Боевая готовность. Ладно, есть. А, так у него, в общем-то, по рабам тоже все не то, чтобы весело. Газ. Когда он сейчас там на третий по-любому перевел. Нужно построить больше пилонов. Блин, мне больше штормов надо было делать с таким количеством газа. Месторождение минералов истощено. А, там не пролететь. Фазовые кристаллы заряжены. Закнаку Афаль. Полная боевая готовность. Не в самом принципиально, где я стою все равно. Кажется, понимает. Что я в масс воздух играю? То, что хорошо, эти блокеры, кстати, не дают ему юнитам вытягивать в целом. Нормально позиционироваться. Ваши войска вступили в бой. Особ всекар. Эй. Полная боевая. Я не хочу туда лезть. Thank you.
А, он, видать, не знает, что я там. Танк еще вижу дает. Она еще и простреливает? Ло-ло-ло. Карл, мы живем. Наше преимущество. Мы... Или выживаем. Я пока не определился. Хорошо, к нему бы слетать. Кажись, база. Реально к нему полечу. Все, что мне с этим. Ну, чтобы время не тратить. Усиление псионной сети. Дорогая, я дома.
Веди нас. Усиление псионной сети. Без детекта. Направляй. Псионная сеть установлена. Мы согласны. Мы в пути. Финала Атум. Ваши войска вступили в бой. Да, там спорки. Псионная. Разместите строение в энергии. Если я не уверен, что мне психи нужны. Направляй нас. Усиление псионной сети. Веди нас. Все мы. Хотя вот дефенс, то есть я сейчас наверное в элимину, я просто пойду. Усиление псионной сети. Улучшение завершено. Мы в пути. Мы ждем. Блин, там тупо мозги дыра. Вообще-то надо побольше психов просто дома. Усиление псионной сети. Газовый гейзер иссяк. Все мы часть. Мы. Веди нас. Асан, это план. Чем, наверное, просто реконусь реально и типа в элиминейт. Как элиминейт? Ой! Твою мечь, что я сделал? Ну норм, чё. Зато мне перевести Архона, который с мейна выйти не мог. Хотя могут призмы сюда. Чё, наркоман? Мы ждём. Приказ получен. Масса прогнётся перед нами. Мы. Псионная сила. Веди нас. Мы за... Все мы. Пошли реколиться. Нас ждёт. Мы ждём. Ребёнок хочет элиминейт. Мы едины в своих миров. Истощено. Мы. Ваши войска вступили в бой. Сара, ум оркай шагу. Вступили в бой. Да будет шаг. Не завершено. Место рождения минералов истощено. Трава вылупляется, гидро умирает. Получен. Рона Хаши. Энди Терака. Место рождения минералов исключено.
Я что-то слегка не понял, что произошло. Вот репку смотреть ради 20 минут как-то не хочется. Но вы видели? Был хоботок. А Мазеркор стоял на месте. А-а-а, вот этот флаг. А я просто, понимаете, я как бы вижу такой хоботок, и у меня первая мысль как бы вытягивает. Смотрю, Мазеркор стоит, у меня вторая мысль. Хоботок инфестора. Я такой сразу, почему я тогда как бы это вижу гидру? Так сразу, ага, у меня же Оуза был рядом с Мазершипом. Я начинаю, короче, ни хрена не понял. То есть у меня рядом, мне как бы первая мысль такая, хоботок. Как бы инфестора, потому что как бы Мазершип стоит. То есть он стоит, он не вытягивается, как бы сразу как бы в голове такая клинит, типа хобот. Переманили. Рева? В смысле, это Рева что ли был? Господи, что-то он как-то очень странно. Не, ну, Мазершип... Ну, вообще, эта карта забавная. То есть, во-первых, на островах тебя вытащить не могут нормально. То есть, там только вот ровно через эти проходы. Потому что, если чуть бок, то, как бы, хоботок кидается, юнит такой, типа, толкается, и все. И внутри остается. И вот эти вот флажки, получается, тоже тема забавная. Захват зацепился. Ну да, судя по всему. То есть, флаг считается этим непроходимой хренью, и... Ну, и мы не прошли через него. То есть, хоботок такой, как бы, висел, и все. Спасибо, Борис. Арева-то целого мороженого стоит. Да он сонный чизер, блин. Реально сонный чизер. Играл бы в макро изначально, нахрен тебе больных наезд. Ну и маски драйт, конечно, та еще прохлада. То есть тут мне больше против корраптеров не нравится, особенно этой хрени, то что корраптеры могут тебя острова выпиливать, а тут... Ну окей, у тебя маски драйт. Я сижу за фотонками, кидаю филды. То есть он, смотрите, вот этот момент, это когда он наламывался на фотонке. Он тут фактически третья армия отдал просто на фотонках. То есть филды, фотонки, оверчаржи. Я даже не воевал с ним. И в итоге я отдал там одного батона. Он фокуснул. Что пропустил? Да мы Реву убили. Чё-то сразу забанили, ну. А это опять Рева или другой? Пацаны, это Рева или не Рева? Рева, по-моему, ГМЛ, у него ММР-то 5700, 5900 даже. Не хватает минералов. Я не думаю, что он сейчас в ММЛ сидит. А, опять? Чё, он снайпер, что ли? Ну, батарея, кстати, не получится, это последняя игра. Восьмая. Нужно построить больше пилонов. Так в чем была проблема? В том, что я рабов наотдавал, в итоге хату не убил. Что в этот раз надо аккуратнее. Или он вообще 12 полчаса играет? О! Спасибо. А эти пилоны сразу воткну. Рево-то убивать полезно. Золотой петушок-то. Ай. База атакована. Мне минералов не хватает. Хотя хватило. Ну там фотонка правда не хрен пилится слишком хорошо. Ой.
наверное, он отбился. Две отменят. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ты что, не знаешь об этой фотонке? Спасибо. А! Это зараза. Блин, я магазин не запилил. Не хватает минералов. Чек на если золото. Фотонка не прикрывает. Ресторан без газа будет. Блин, уезжал же дрон наверх. Я же помню, что уезжал куда-то. Может, вернулся? Поблизости нет ни хрена. Хотя тут еще не проверял. Ока. Да, но под собаками все равно бы я ничего не сделал. Блин, а Мазаркор что-то не успевает, да? Да свершится правосудие. Шпион атакован. На нашей зоне напали. Да ладно тебе. О, там же гидра. Все мы. Наш пилон атакован. Какой-нибудь минус интересно будет. Призматическое ядро активировано. Наш пилон атакован. Я орудие. Надеюсь, ответят. У меня есть четкий план. Ну, ответь. Ну,
Такая шутка пропадает. Ну и ладно. Не хватает минералов. Давайте-ка побыстрее психу сделаем. Вступаю в бой. Ха, его не видно. А, вот собирается как раз. Ну и ладно, как бы. Грелки. Здесь мосфилды. Место рождения он, правда, считает. Я серьезно, вот он считает. Господи, Рева. Ты же слегка зашквар. Не, ладно там считать, сколько раз там... Какой у тебя счет там, не знаю. Ну, господи, с прогейнером каких-нибудь. Господи, ну со мной это зачем? Представляете, то есть он после каждой игры берет такой тетрадочку, вот у него тетрадочка... Ну, у Empire Zerg'а есть своя тетрадочка, но там для другого. А у Рева есть тетрадочка, где он записывает, какой у него против кого счет. Направляй нас. Асар, это план. Ой, я бинду перепутал. Разработка завершена. Мы жаждем справедливости. Мы полная боевая готовность. Да. Победа в наших руках. А он, правда, думает, что после этого кто-то выйдет? Это хоть раз сработало? Настало время битвы. Мы жаждем справедливости. Физическая матрица активирована. Брось судьбу, а брать мою ярость. Мы стремимся. Мы никого не боимся. Вперед! Требуется больше виспена. Сейчас прям в бинтах буду путаться. Что нужно сделать? Наши помыслы не разделены. Приказывай. Кулак на тау. Димас.
справедливости. Мы сосредоточены. Приказ. Золото. Содрогнется перед нами. Мы отомстим. Мы стремимся к знанию. Наши помыслы. Где мы призму? Я дал. Разработка завершена. Нас ждет. Ждем указа. Мы стремимся к знаниям. Мы есть. Что нужно сделать? Мы едины. Эй, я новую сделаю. Мы... Реально ж не жалко. Направли. Кинала Артуч. Тупые блокеры. Блоки, блин. Ой, мне киберанки нет. Че написал последний раз? Стоп, че хирург? Кто хирург? Месторождение минералов и
истощено. Перворожденные выстоят! Веди нас! Осад! Это плавно! Что нужно опять сделать? Ты. Требуется больше Веспена. Все мы. Базу строит. Мы ждем. Тьма содрогнется перед нами. Мы... Вернись! Ум Орка. Что нужно сделать? Истощено. Авианосец прибыл. Рона. Требуется больше Веспена. Хасар, это план. Авианосец прибыл. Месторождение минералов истощено. Ждем указ. Тьма. Мои навыки. Так. Месторождение минералов истощено. Ваши войска вступили в бой. Хасар, это план. Да он наркоман. Официально заявляю, что я наркоман. Улучшение завершено. Направляем. Да нет, я пока не полезу. Рона Хаши. Псионная сила. Что нужно сделать? Жизнь за Ай. У меня просто по экономике сейчас слегка беда. Месторождение газовый диск иссяк. Ваши войска вступили в бой. Хасар, это план. Усиление псионной сети. Мы... Усиление... Мы созреем. Это идет славу на поле боя. Все мы часть. На наши зоны напали. Блин, хотел реколиться, ну ладно. Кинала Ату. Мы едины в своих стремлениях. Мы отблеск света к вам. База, чтобы верхняя работать начала. Кино. Усиление. Ваши войска вступили в бой. Thank you.
Перворожденные, выстоять! Требуется больше бесмертных. Ваши войска вступили в бой. Приказ. Мы сосредоточены. Я столкнулась с противником. Требуется больше Виспена. Мы отдых света Кхалов. Истощено. Месторождение мы едины. Но учитывая, сколько времени все это тянется, у него по-хорошему с ресурсами должна быть небольшая жопа. Месторождение минералов истощено. Я здесь, среди теней. Тьма содрогнется перед нами. Ваши войска вступили в бой. Мы все вас отрагнется перед. Да и насрать. Что ты? Служение наполняет нас гордостью. Струны настроены. Хасар на Гемплар. Радий ждет указаний. Приказывай. Мы... Все мы направляем. Мы едины в своих. Мы обретем славу на поле боя. Олололо. Олололо. Господи, откуда вы беретесь? Так, мне сейчас нужны... Вообще, файдрейв просто добавлен. Кстати, самое забавное, что я совершенно забил на грейдейм. Призм жива? Что нужно сделать? Блин. Мы стремимся к знанию. Истощено. Ну ладно. Тьма. Борода Курал. Да свершится правосудие. Призматическое ядро. Месторождение минералов истощено. Требуется больше Виспена. О да, давайте тут тупить. Псионная сеть установлена. Направляем. Теперь, думаю, можно к нему сходить. Направляем. Тьма содрогнется перед нами. Мы сосредоточим. Мы ждем. Что нужно сделать? Сионная сеть установлена. Все мы... сосредоточен. На наши зомби напали. Кентавр.
приказа. Мы встречаем с нами. Защищено. Полная боевая готовность. Месторождение минералов. Защищено. Месторождение минералов. Защищено. Что-то у меня запас ресурсов слегка большой. Да, я слишком расслабился. Ой, не нужно было ломиться, нужно было дальше. Я думал, что у него деньги уже кончились. Они у него не кончились. Понахрена я полез? Причем даже хрен с ним полез, почему я потом дальше полез? Надо было вернуться просто. Чтобы психиману установили. Я не знаю, нахрена я полез. Возможно, мне эта хрень надоела просто. Да, не надо было лезть. То есть я ему забрал всех корабтеров, но что-то я под... Ну, точнее, даже не так. Если лезть, то нужно было именно лезть. То есть лезть туда вот в район натурала, чтобы у него дотекание в кучу не собралось. А я в тупую стоял там в центре, в итоге у него до заказа гидры вышел, и все. А мне психи еще ману не успели установить. Плюс нужно было давным-давно, у меня были полные психи на третий. Как бы 4 шторма реально порешали бы. Стрим палил. Ну, Ревус любит это дело. Оправдание неуместное. Какие оправдания, я объясняю. Как бы у меня все было хорошо, реально хорошо. Но я полез и... Ну, то, что полез еще ладно, то есть я разменялся там хорошо. На корабтерах, то есть я ему забрал всех корабтеров, сам-то особо ничего не отдал. Просто нужно было либо идти назад, либо идти вперед. То есть тут, то, что она дальше линии-то идет, это уже потом то, что вся армия отдалась. Так-то тут получалось, то есть я же там почти ничего не отдал. Нужно было либо назад уходить, либо идти туда, вот в район его третий, то есть не дать ему пачку собрать. Плюс я как бы еще эта хрень, то есть я смотрю на этих психов, которые стоят, блин, на третий, и так надо забрать. И так их и оставляю. Что тоже как бы неправильно. А так-то она норм была, то есть как бы рево макро что-то вообще не очень. В общем, по факту, то есть как бы в такой ситуации дойти до того, что он просто как бы лимит отдавал и отдавал. Дарки, да, кстати, тоже могли помочь. Но, ну да, то есть он без аверсера очень часто ходил, и в конце, например, они бы мне помогли. И в атаке помогли, но я что-то про них забыл. Блин, РПБ для скорости обса сделался чем-то. Вместо этого Даршайн можно было. Ну, говорю, мне что-то под конец уже... Я реально в конце я подумал, что у него деньги кончились. То есть он очень долго выжрал эти 5 баз, которые слева сверху. Реально долго. Я что-то... И он однодавал такое количество гидры и хреново кучу вайперов. То есть там реально вайперов, наверное, 40 он за игру слил. Плюс эти дропы, плюс гидра. То есть я думал, что у него просто уже деньги могли кончиться. То есть я думал, что вот до заказ корабтеров это последнее. Что типа дальше не будет еще полного до заказа гидры, но деньги у него, видно, еще были. А, ну, блин, гидры дешевые, сложно ориентироваться, сколько там тратится. Ладно, на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели. Завтра что-то будет. Стандарты, наверное, завтра будут. Может, фотонки. Посмотрим. Все, всем пока.